Охотники попали под обстрел сезона отпусков, шутят организаторы. Обычно на этом турнире лучников вдвое больше. Перед стартом стрельба по обычным мишеням. И уже, проверив точность лука, можно смело идти на зверя или птицу, сделанных из специального пористого материала. Промах. Участников разбивают на команды. В каждой и новички, и настоящие Робин Гуды. Валерий Мельников уже 2 года занимается стрельбой из лука. Среди калининградских обладателей так называемых блочных луков, самых современных, практически всегда побеждает. Вот и сегодня стартовую цель индюка поражает первой же стрелой. Это сложная мишень, потому что она стоит внизу. Стреляли с бугра. Такие на тренировках очень трудно организовать условия, поэтому это сложная мишень. А так, в общем, стреляли все хорошо, попали, индик убит. На каждого зверя 3 стрелы. Не попал в зайца, попытаешь счастье на олене. Сложнее всего, пожалуй, справиться с сусликом, даже с близкого расстояния. Новички стреляют от синей отметки, мы подойдем к зверю чуть поближе. И так как нас учили, натягиваем тетиву, чувствуется, что руки должны быть у лучника очень сильные. Стараемся соответствовать. Разворачиваем грудную клетку, сосредотачиваемся на цели. Суслик остается жив. В США 85% охотников именно лучники. У нас пока на дичь со стрелами не ходят. Снаряжение Робин Гуда по стоимости вполне доступное. Можно уложиться 1000 в 6 рублей. Но чтобы стрелять точно, недостаточно просто купить лук и стрелы. Ну, конечно, должен быть какой-то талант у человека, склонность к этому. Остальное – это все тренировки и работа. Вот. Но, как в любом виде спорта, где стреляют, уравновешенность, умение расслабиться, как бы отбросить все окружающее, сконцентрироваться на цели – это самое главное. К слову, сам предводитель калининградских лучников выдержку и точность продемонстрировал сполна. В своей группе он занял 1-е место. В классических луках право считаться лучшим подтвердил Дмитрий Терентьев, в исторических – Борис Сайфутдинов. А вот Валерий Мельников стать первым в своем виде не смог. Сергей Шульгин подошел к турниру в лучшей форме. Сергей Благов, Юрий Твердюк, Вести Калининград.